В Мурманской области создана государственная информационная система образования. Ресурс создан на основе существующих автоматизированных информационных систем: электронные, детский сад, школа, колледж, дополнительное образование. В каждом из перечисленных модулей разместят информацию об организациях, реестр детей, родителей и сотрудников. Пользователи смогут подавать заявление на обучение в образовательных организациях через портал госуслуги. ГИС образования будет запущено в опытную эксплуатацию в первом квартале 2023 года. По мнению инициаторов проекта, единое информационное пространство в сфере образования региона сделает еще более удобным взаимодействие детей и родителей со школами, детскими садами, колледжами и организациями доп. Образования.